Добрый день, друзья! С вами канал Образ Жизни. И я показываю сегодня первый раз испытание печки-щепочницы, которую мы сделали с сыном своими руками. Вот, великолепно в условиях экстремальных, можно сказать. То есть в условиях дачи. Вадим говорит, вот вскипятил первую чашку чая, горит очень красиво. Так что вполне она функциональна. На этом спасибо и до свидания. До новых встреч.